Вот так в полдень по улице Советской прошел парад студенческой молодежи из Брестского государственного университета имени Пушкина под девизом «Весна, студенчество, успех». Во главе колонны с бравурной музыкой шествовал оркестр 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Вот уже на протяжении 6 лет сохраняется такая добрая традиция – встречать весну творчеством. 2023 год не стал исключением. Очень отрадно, что вы эту акцию сделали ежегодной, а, как говорят в народе, постоянство – признак мастерства. И вот сегодня тот момент, когда мы в очередной раз пробуем себя на мастерство быть едиными, служить своей Родине. Президент нашей страны на послании белорусскому народу и Национальному собранию в этом году сказал, что самым главным составляющим элементом нашей независимости и суверенитета является народное единство. В течение 2 недель студенты показывают свои способности в науке, в образовательном процессе, в спорте, творческие способности, в различных вокальных способностях и так далее. И, конечно же, мы единственные, кто вот 6 лет назад придумали такое, это, кстати, инициатива исходила от студентов, такое мероприятие «Весна, студенчество, успех». И всем видно, как действительно такое мероприятие объединяет. История наша едина вера. Хай будет счастливый шлях. Беларусь, это наша краина. Вот так юноши и девушки смогли сделать фестиваль по-настоящему ярким и красочным, как, впрочем, и всю подготовленную программу студенческой весны 2023. Каждый внес вклад в яркую палитру закрытия фестиваля и выразительно продемонстрировал, что в Пушкинском университете учатся умные, талантливые и креативные студенты. Песни, танцы, ораторское мастерство – это не полный перечень того, что делают своими силами студенты Брестского университета имени Пушкина. Главное, что каждый из них получает от участия в таком празднике – это удовольствие. Для меня это такой праздник, который не проходит для нас бесследно, так как это наша жизнь. Мы молодежь, этим праздником мы показываем и силу, и единство студенчества страны. Мы этим праздником показываем духовную, социальную, культурную зрелость студенчества страны. Более ярким воспоминанием остается закрытие студенческой весны, когда мы идем целой колонной, мы едины, мы все вместе, и только вместе мы оказываем какую-то силу. Студенческая весна – это для нас праздник. Мы всегда его ждем с нетерпением. Сейчас уже происходит закрытие студенческой весны. Мы всей колонной, дружной нашей компанией идем к Советской, и там уже будет праздник, где будут танцы, песни и, конечно же, хорошее настроение. Несмотря на то, что студенческая весна 2023 завершилась, ребята не расстраиваются, ведь у каждого из них впереди еще много весенних дней, которые непременно будут такими же веселыми и яркими.